Кажется, что все наладится, когда взрослые придут. Ну, прям честное слово. Ну, сейчас дети наиграются, потом придут взрослые, скажут, дадут по рукам, скажут, хватит, и все наладится. Но это как шутка, а если честно, то это все дико печально и для меня особенно, так скажем, потому что я как раз отношусь к той части российского населения, у которых половина населения с Украины, с Киева. Из Киева у меня отец родом из Киева, моя родная сестра, мой родной племянник и мой, значит, соответственно, деверь, да, как назвать, муж сестры живут там. И я все это очень хорошо вижу. Слава Богу, что мы не ссоримся с ними. И я очень надеюсь, что когда-то к нам ко всем придет понимание. Хотелось бы в ближайшее время, чтобы не дойти до точки невозврата.